Мне было 14 лет, когда началась вот эта война. Отец ушел сразу осенью в партизанские отряды. Два дяди ушло тоже в партизанские отряды. Мы во время оккупации 2 года возили сено партизанам. Картошку возили, капусту возили. В отряд туда, в партизанский, в частности, Шумякинский отряд, Млинский отряд мы возили все. И обеспечивали их, вот картошку на зиму закапывали, они в бурты в лесу там. Допускали только тех, у кого есть родственники в отрядах. А кого зря туда не запускали, не разрешали. Они верхом приезжали, 2 человека на лошади, и по деревне проезжали, собирали вот эти овощи на повозке, и мы отвозили. Там разоружали, нас еще супом угощали партизанским, и назад в деревню.